На кинофильмах последние места для поцелуев, а на мультфильмах для чмока в щечку. It's unforgettable. Это незабываемо. It's amazing. Это удивительно. In the morning, in the evening. Алло. Удобно? В кино? Да тут муть какая-то. Васюта, а ты где? Илана. Да. Он тебе не мешает? Ну так себе. Может, сказать ему? Ну скажи, если хочешь. Я скажу. Ну, короче, это, пацаны в Долгопрудном зал открыли. Мы приехали к ним, потренили нормально, но... Да-да. Или не мешает? Да нет, вообще-то мешает. Слушай, ну если человек по телефону разговаривает, то наверняка что-то важное. Да ладно, Вася, у тебя ноги волосатые, как у моей кошки. Да он по какой-то ерунде там трепится, я же слышу. Конечно. Слушай, в конце концов, кино можно и дома посмотреть. Ничего страшного, пересмотрим. Ну, короче, сыграли мы с ним партию в поддавки. Я все-таки скажу. Ну, в смысле, я в нос пропускаю, он в нос пропускает. Я в нос пропускаю, он в нос пропускает. Ну и кто дольше простоит, понял? Ну, конечно, я, ё-моё. Ладно, пока так посидим. Да. Слав, скажи ему, я ничего не вижу. Я скажу. Извините, пожалуйста. Что, я надеюсь, я не мешаю? Нет, но вообще... Вот и хорошо. Васюта, да, повиси чуть-чуть сейчас. Слышь. А? Ты. Я? Да. А что? Скажи этому, чтобы он шапку с головы снял. Я? Yeah. А? Ты. А... Васюта, я на линии, да. Извините, пожалуйста. Что надо? Что я вас отвлекаю. Ваша вот это национальный головной убор мешает не мне. Мужчина сзади. Короче, братан, скажи ему, я твой рот плевал. Васют. Ну. Чё ты болтаешь-то с ними? Да чё ты лезешь-то? Чё ты лезешь? Ты да улететь домой хочешь, что ли? Пинком? Я тебя устрою. Тут мужики разговаривают, лезет она. Сиди, это мужской разговор, не лезь больше. Сидит она. Да я поняла. Сиди. Вася, повиси. Я, чё? Извините, пожалуйста, я чё? Сказал... Что он сказал? А он говорит, что он... Что он говорит? Он говорит, что мой рот плевал. Он так сказал? А да, говорит, это... Вот. А что ты сидишь? А? С ноги ему дай. А как это? Ну вот так вот, вот так. Не, я понял. Вот не так не так надо, вот. Я понимаю, не надо мне... Только с ноги. Да. Да. Вася, да. Ну, у меня тут шоу-мозгаон, но... Да какое кино тут? Что-то потерял? Затекла это. Ты аккуратней, брат. Да. Ноги не шутки же. А, вы знаете, что это? Вася, повиси. Вам что? Надо? Вы вот и давайте это, ну, того делайте, как бы, ударяйте это. И сколько надо. А-а-а. Запарафинил, да? Че ты, баба? Он не баба. Да что ты лезешь-то? Да что ты лезешь-то? Да. Что ты сидишь? Сиди, молчи. Дом сейчас сидит. Видите, какой он у меня смелый. Слышь, смельчак, на ствол. А?
Я? Да, 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 ты, держи ствол. Алло, Вася, да, я сейчас приеду скоро уже, видимо. Уже тут заканчивается все, да. Говори. И я, извините, что еще раз отвлекаю. Вы не могли бы все-таки, ну, снять эту шапочку? А то что? А? А то что? А то вот что. О! Слава, ты что? Он же тихо, пьет. Тихо, тихо. Молодцы, а ты снял шапку? Тихо, тихо, братан. Все, поливали вы меня. Я сейчас стрельну. Все. Я жесткий чувак. Все. Вася, телефон, я перезвоню. Я все уже выкинул. Я жесткий. Не надо. Понял, что я жесткий? Да. Сейчас стрельну? Нет. Стрельну? Нет. Я выстрелю. Пожалуйста, не вот надо. Так. Сиди, Вася, не мешай. Я понял. Сиди. Иди сюда, Лашка. Слав, ты у меня такой смелый. Да, я такой. Кавказским детям говорят, что их находят не в капусте, а в баклажанах, ладах, седанах. Тренер! Чё опять? У нас Новый год будет? Конечно будет, у нас там важные соревнования, куда он денется? А нет, я типа праздник. А, праздник. Праздник тоже будет, не надо переживать. Тренер! Чё? А где живет Дед Мороз? Слушай, я откуда знаю, в Москве, наверное, там все эти деловые живут. Тренер, а почему тогда вы в Москве не живете? Ты что, умный, что ли? Потому что лучше быть тренером в маленьком городе, чем как дядя Магомед в большом. Городе? Театре. Прыгает в этих колготках, позорище, мать увидела, 3 дня плакала, вот. Ладно, хотите Деда Мороза, он там приехал, пойду встречу. Вы тут стойте, никуда не уходите. Ты понял меня? Понял. Ты понял? Понял. Ты понял? Он понял. Ты что за него отвечаешь? Потому что Тимурчик не разговаривает еще. Я знаю, что Тимурчик не разговаривает, это мой сын. Я просто думал, спровоцирую его, он заговорит. Нет, молчит, как будто шашлыка в рот набрал. А я слышал, Дед Мороз живет в Великом Утюге. Не, Великий Утюг там этот живет, Джин. Не, Джин живет в Лампе. В Лампе? Это имя такое старорусское. Не, может, Еу Лампе. Этих старых русских не поймешь вообще, что. Вах, вах, вах. С Новым годом, новым счастьем. В общем, так, ребята, ваш тренер очень заботливый, хороший человек. Попросил меня заскочить к вам по-братски поздравить с Новым годом. Так, Ибрагим, ты мне письмо писал? Да, тренер. Какой тренер? Я дед! Тренер, вы дед, я вас сердечно поздравляю, серьезно, вы большой молодец. Ты мужчина красавец, еще не говорит уже, отцом стал. Какой я дед, который подарки дарит, Дед Мороз? На, это тебе с Новым годом, это тебе с Новым годом, это тебе. Тренер, а? Это же мои кроссовки. Твои, конечно, это же подарок, носи на здоровье, дорогой. Ну, здравствуйте, ребята! Здесь танцоры занимаются. Или я ошибся? О-о-о, настоящий Дед Мороз! Тихо, ты чё орёшь, сейчас пугнёшь его. Да, это мы танцоры, дорогой. Ты не ошибся? Присаживайся.
Слушай, давай, садись. Я тебе серьезно говорю, мы настоящие танцоры. Вот лично у меня дядя в Большом театре танцует прямо в кольготках. Такой красавчик, мать три дня от счастья плякала. Так, что там по подаркам? Давай, раздавай. Ну, у меня подарки вообще-то по списку. Кто из вас Ваня Колокольчиков? Ну, я Ваня Колокольчиков. Ты Ваня? Я Ваня. Ну, Ваня, держи тебе в подарок планшет. Погоди, это никакой не Ваня, это Алёша неделю тренировок пропускал. Вот Ваня Колокольчиков, вот он. Настоящий колокольчик, вот, смотри. Ну что, Ванечка, рассказывай стишок. Слушай, брат, тут такая проблема, ситуация неприятная. В общем, Ваня пока слова не говорит вообще. Вот Аслан говорит слова, давай он стишок расскажет. Аслан, давай стишок. Какой стишок у меня нет, какой? Уважаемый, секундочку. Ты чё меня позоришь, а? Выйди в коридор и найди. Вот вы где. Кто где? Ну-ка, иди отсюда. Где? Ах так? Я уйду, но вернусь не один. Напугал. Погодите, это кто был? Да это эти борцы. Ходят, провоцируют нас тут на свою самбу. На что? Уважаемый, сейчас все будет. Давай. План эвакуации. Что такое? Подожди секунду, уважаемый. Ты что такое рассказываешь, а? С выражением давай. План эвакуации в случае пожара. Душ номер 17, первый этаж. Ответственный Воропаев М. Точка М. Точка. Асланчик, это все? Нет. Вы находитесь здесь. Красавчик? Красавчик. Это что такое? Рядом с вами модный приговор взорвался. Вы такие нарядные, на соревнования по самбо поедете, что ли? Это наш Дед Мороз, мы танцоры. Эй, какие вы танцоры? Что-то я ни разу тебя на дискотеке не видел. Девочки. Фигня какая-то. Так это я к вам шел. Погоди. Ты чё кипишишь, дорогой Дед Мороз? Ну-ка, набирай телефон. 8-908-905-2417. И что? Через плечо, понял? Сейчас узнаешь, кто тут настоящий танцор. Вызов, пошел. Пошел, давай. Тимурчик, вперед! Все, тренер, сейчас еще мое стихотворение, мы их закопаем. Отвечаю. Привет, меня зовут Тимур, а тебя как? Меня зовут Соня. Прикинь, заговорила! Добрый вечер, уважаемые знатоки. В эфире зимние серии игр элитарного клуба «Что, где, когда».
На улице минус 30. И мы начинаем. Первый раунд. А ну, ну, я здесь работаю, ну-ка, подожди. Сыктывкар, против вас играет... Капец, сегодня народу там, а? Прям... Слушайте, у Потаниной сегодня такое декольте. Надо. Да ладно. Вообще. Я уже хочу посмотреть. Скорее бы черный ящик. Да, не хочешь лошадь дернуть за хвост? Зачем? От нее воняет у тебя. Воняет у тебя. Ты думай головой-то вообще маленечко, наперед-то вообще. Попробуй тебе из этих, из ящика носов. Что будешь делать-то? Образование есть у тебя музыкальное, нет? Нет. Ну и все, считай, гонга ударяла, и тебе не светит. А внутрь попасть вообще бесполезняк вообще. Ты что, там такая конкуренция. Там на это... Волчка круто, знаешь, какая очередь? Там династия, они по наследству передают друг другу. Должность, да. Максимум там распорядитель зала. Но это, знаешь, это опасная работа, опасная. Помнишь, такой высокий был, мордатый? Ну? Ну, он еще друзю красную карточку вылупил, ну, за то, что там подсказка была, да? И что? Ну, нашли этого здорового в лесу, на болоте, с усами в сердце. Так что, пока предлагаю, перенимай профессию, что ты? Давай, попробую. А мы продолжаем второй раунд. Да ну что ж вы тут так плотником-то? Колонна. Нормально, слушай. Ну как? Да а? Классно вообще. Нормально? Попробуй. Ну все, мы теперь друзья. Тихо. Конечно. Весь в какой-то... В хвостах. Да ладно, не страшно. Шикардос. Друзья с тобой, да, теперь? Не разлей вода. А, дашь мне это, черный ящик вынести? Да ну нет, хорош. Проси что-нибудь другое. А что другое-то? Ну, ну что, ну другое, ну. Ну давай другое, ну. Положи на стол мой конверт. Как я положу-то конверт? Да что ты, какой был? Просто взял, такой, вот сюда, прилепляем скотч двухсторонний. Пришел, такой, раз поставил, оп, прилепил письмо. Такой, о, извините, хоп, положу мое, все, что? А если заметят? Меня же уволят. А того и гляди, посадят вообще. Жена, ладно, к другому уйдет. А дети что, на паперть минерстуню просить? Старшему 3, младшего вообще нет. Ты же не дрык. Я ему еще дал лошадь за хвост дернуть. А могу еще 5000 дать? М? Не, ну как другу, конечно, как бы в долг. Но опять же, как другу могу долг простить сразу. А мы продолжаем. Третий раунд. Да, подумай. Что ж такое-то? Так, спокойно. Спокойно. Началось. Лошадка старая уже. 44 года и прямо как передача с самого начала. Армавир, против вас играет химик-технолог Татьяна Завгородняя из Армавира. Внимание, черный ящик. 5000, говоришь? 5000. Давай конверт. Разрешите, я по работе. Разрешите. А? Лошадь не хочешь дернуть за хвост? Даже не начинай. Ну чё, гони 5000. Положил? Все, ну, как договаривались, сразу тебе должен 5000. А потом, когда черный ящик дашь вынести, еще 5000, того 10000. Так и думал, что швырнет. Вот зараза. Короче, если решишься, 5000 за конверт, еще 5000 за ящик. И деньги вперед. Понятно. Внимание! Понятно. Была подсказка из зала, и это был господин Аскеров. Равшан, прошу вас покинуть зал. Да я просто чихнул! Я откуда знал, что это правильный ответ? Капец, блин, просто чихну. Обратно хочешь в зал зайти? Хочу. Сделаем. Что делать? В гонг ударишь и все, и считай, ты там. Сколько денег?
Секунду. В гонку дарить сколько стоит? 5000. Вам? 15000. Надо подумать. Думай. Хорошо. Ну, хорошего помаленьку. Ага. Согласен? Давай, отгоняемся. Да. Так, 5000. А? В гонг за меня вот этот ударит. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, держи. Так. Значит, так, запоминай. Заходишь. Ага. 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 Давай. Заходишь. Захожу. Бьешь гонг. Так, и? И все. Итак, 6-й раунд. Пошел. Так, ну-ка пропустите, я тут на работу иду. Меня пропусти. Ты чё? Чё? Офигел, что ли? Чё? 4 раза промазал. Не, я 3 промазал. 4-й я специально Борщевскому саданул. Стоит, лыбится, зубы сушит там. Итак, Москва. Против знатоков играет дергатель лошадиных хвостов Петр Проныров. Yes. Внимание, черный ящик. Так, спокойно. Спокойно, вот, 10000. Как договаривались сразу. Так. Ребята, ну-ка, пускай. Ну-ка, пусть иди. Черный ящик! Внимание, вопрос. У Петра на балконе живет курица. В черном ящике то, что она несет ему каждое утро. Что в черном ящике? Господин ведущий, у нас досрочный ответ. Прошу. Мы считаем, что в черном ящике яйцо. А теперь внимание, правильный ответ. Дело в том, что Петр живет на первом этаже, и почтальоны бросают газеты ему прямо на балкон. И курица каждое утро несет ему, открываем черный ящик, газету! Бездарная игра знатоков, и браво, Петр! Петр получает 100 тысяч рублей, поздравляю, Петр, а наша игра заканчивается победой телезрителей. Игра окончена! Как говорится, люблю я эту работу. Что наша жизнь? Игра! Бизнес-ланчи едят те, у кого нет вообще никакого бизнеса. Че, Коля? Как тебе в Италии? Нормально? Нормально в Италии, хорошо. По гречке скучаю, а так хорошо. Галь твоя говорила, ты это целый месяц готовился, там итальянский учил. Конечно, месяц, полгода. А, полгода? Да, в баню ходили с тобой каждую пятницу. Слушай, хорошо здесь, какой да? Какой ресторан классный, да. Мне вообще нравится. Да, хорошо. Красиво. Здесь. Угу. Да. Да что, смотрите, здесь меню все на итальянском и картинок нет. Пойдемте отсюда, что смеяться? Стой, сиди. У меня Коля учил итальянский полгода, сейчас закажет все нам. Да? Но. Коля? Ну давай. Че? Итальянский учил, сейчас нам закажешь, что мы тут захотим сейчас. Кто? Ты. Я? Да. Я. Сейчас закажем, что нам. Конечно, нам же итальянский-то. Так, что это? Пиццу будут же все, да? Да? Ой, слушай, что-то я это устала прямо от нее. Устрицы хочу попробовать. Устрицы закажи мне. А мне это рыбу на камне, да. Вот черт, а. Так, ну, Вадь, ты что будешь? На твое усмотрение, Коля. Вот спасибо за доверие. Сейчас закажем. Что нам не заказать-то? Сейчас надо позвать этого, как его, человека. Эй! Кельманда!
Как у них там? Деспасито! Коля! Деспасито, это же песня испанская. Ну, да, испанская песня, а по-итальянски это типа «иди, помоги мне», там. А-а. Ну, типа «спасито» там, меня. Разно. Бонжорно, рогатце. Бонжорно. Какие рогатцы, что? Где? Чего ты говоришь? Ладно. Это, значит, нам, значит, надо, это, сальфеджо, сомбреро, капулетти и пиццу. Пицца, о, пицца, браво. Un momento, signore. Вот так вот, значит. Что-то пафосный какой-то этот ресторан, дорого тут, наверное. Пойдемте в другое место, там, где меню нормальное. Пошли. Так он не несет уже. Так он уже вон несет еду. Вот же. Гадина. Un momento, сальфеджо, сомбреро, капулетти. Прего. Ты что принес? Ты что принес? Это что, капулетти, что ли? Ты что принес-то? Где пицца? А, пицца. Си-си, пицца, си. Ну, давай, иди, давай. Че он сказал? Си-си, говорит, сейчас. Да. В туалет пошел. Сейчас вернется. Что значит? Коля? Да. Ты что-то заказал не то, по-моему, нет? Че не то? Че не то? Вадя мне сказал, на свое усмотрение я заказал. На свое усмотрение. На свое усмотрение. Ой. Очень черная, очень страстная, очень черная и прекрасная. О, сейчас я у местных закажу, они знают тут разве. Все по-русски, да, владеешь немножко, да, все нормально. Значит, смотри, короче, да, мне надо жене заказать эти устрицы, знаешь, устрицы такие. Ну вот эти вот штуки такие, знаешь, устрицы. А как мы так думали, да, ну, это такие вот, они вот похожи на эти, на какуши они, какуши. А, какуши. Да. Какуши. Да. Давай. 10 евро. Тут зараза. На, блин, давай, заказывай. We got the love на берег какуши. Иди отсюда, какуши. Иди, 10 евро за какуши свои. Вот зараза, а? Вот зараза. Не понимают меня здесь никто. Хм. Коля, а я что-то подумал, а ты итальянский-то учил вообще, нет? Это я, видимо, отсяду с линии огня немножечко. Не-не-не, ты сиди пока. Не бросай меня в трудную минуту. Не надо. Галь, я учил. Учил. Я учил. И что ты учил? А я учил, я не тот этот диалект учил, другой. Они тут другим диалектом в этой местности владеют, я не тот учил диалект. Диалект другой учил, да? Как это понять, другой диалект? Ну как такой? Ну вот в Таганроге это гэкают, в Москве акают, на Урале чокают. Вот здесь так же, понимаешь, я приехал с другим диалектом, вот они не понимают меня и все. Ну а какой диалект ты учил? Тосканский, венецианский, сардинский, какой? Ну вот... Вот то, что ты говоришь, я учу. Понятно. Я тебе 7000 в месяц сдавала, а нигде? Галь, вот честно, да? Честно. Я евро покупал. Евро покупал? Да. Так, 6 месяцев он занимался у нас. Это получается 600 евро, а нигде? Та-на. Ну, прекрасно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ух ты. 7 евро. Остальное где? Ай, вот честно сейчас, да? Вот честно, сейчас. Будьте добры. Мы каждые выходные с Вадей учили язык жестов. Чего? Какой язык жестов? Чего? Международный язык жестов, между прочим. Зачем? А зачем? А куда ты со своим итальянским? Мы что, всю жизнь будем в Италии, что ли, есть? Мы по всему миру будем путешествовать. Обалдеть. Да. Международный язык жестов, он везде канает. Да. Прекрасно. Продемонстрируйте. Вот продемонстрируйте. Деспасито! Си-синя. Вот, пожалуйста, смотри, сейчас. Значит, мне вот этой вот худышки вот этой, знаешь, вот это. О, пискар. Да, пискар вот этой. Вот это. О, вот это, знаешь, ей вот это. Вот это. Пять штук. Побери. Да. Понял, да? Cinque. Вот эту. Си-си. Все. Это друган мой вот с этой бородой, видишь, вот сидит. Паста. Который. Да, пасту ему привези, пасту Гоя, чтобы сапоги чистил. Паста, да, да.
надо. Все, а мне пиццу по старинке. Пицца, браво, пицца. Уно моменто, препарары, уно моменто. Вот так вот. Нормально ты. Не зря мы с тобой в крокодила играли, да? Пожалуйста. Работает. Прего, прего. Спасибо. Спасибо. О, спасибо, Перитале, спасибо, грация. Грация. Си, си, си. Это разбирается что-то, да? Грация. Так. Но. Ау. Давай. Uno momento, insieme, uno, due, tre, prego. Рыба на камне. Паста. Пицца. Огнетушитель. Аля, у глухонемых тоже свои диалекты. Я убью. Они, бывают. Куда иди, я сказал. Так, ну, вроде все готово к приему дорогого гостя. Так, пол я помыл, пыль я протер. Все, Кукушкин, давай, приглашай уважаемую госпожу Терезу Мэй. Здравствуйте, уважаемая госпожа Тереза Мэй. Добро пожаловать к нам в Екатеринбург, в Орджоникидзевский РОВД, в линейный отдел. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю, как надо, извините. Это... Добро пожаловать. Как я и писал вам в письме, мы отыскали виновных по делу ваших Скрипалей. Это очень хорошо. Да. А где вы нашли? А так здесь у нас в Орджоникидзевском районе. Да. Вот здесь на стачек 19 в доме все прятались там. У них там целая банда, я бы даже сказал бригада. Сейчас. Кукушкин, заводи. Вот, значит, эти голубчики взяли и траванули ваших Скрипалей. Значит, это вы... Использовать запрещенное химическое оружие, чтобы травить Скрипаль? Да! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как вам не стыдно? Уважаемых людей взяли и траванули! Ай-яй-яй-яй-яй! Мы должны быть абсолютно уверены, что это точно они. Тут без сомнений, без сомнений. Вот смотрите, вот допросы, они вот все подписали, видите, их подписи. Да и устно они все подтверждают. Вы отравили, а? Да! Пожалуйста. Все, забирайте их к себе в Лондон. Я надеюсь, что международный конфликт улажен. А, но это точно они. Без сомнений. Вот все документально, посмотрите. Они же у нас не только по этому делу проходят. Мы же еще американцев ждали. Да, вы просто первые приехали. Че учудили эти голубчики? Эти хакеры? Они, значит, вскрыли компьютер Пентагона и повлияли на ход выборов Америки. И бац, и Трамп президент, все. Представляете? Это вы вскрыть компьютер Пентагон? Да! Но зачем? Да, это ладно, это еще не все. Они у нас еще помойку подожгли. Это мы еще расследуем. Но вот то, что у меня в голове не укладывается, что вот эти, значит, вот голубчики в 2014-м в Сочи вскрыли все допинг-пробы российских спортсменов и, мягко говоря, их испортили. Значит, вы вскрыть все пробирки. Российские спортсмены туда написать. Да!
Ну зачем? Так у нас вот в допросах написано, смотрите, случайно. Вот, видите, случайно сикнули в 640 баночек. Вот. А, но как они смогли взломать сайт Пентагон? Да, я вам скажу, что мы до сих пор не понимаем, как они помойку подожгли. А сайт там вообще мутная история. Ну, это не важно. Самое главное, они вот все сознались во всем. Вот видите, вот все задокументировано. И все, полный порядок. Так что забирайте, и все. А, но вот, чтобы взломать сайт Пентагон, надо иметь очень современное оборудование. О, у них этого оборудования выше крыши. У них там эти грабли есть, у них тяпки есть. Бетономешалка, у них оборудование порядок, они упакованные ребята, я вам скажу. Так что тут сомнений вообще ноль. А, ну тогда спасибо вам за то, что вы обнаружили самых опасных преступников. Не за что. Вы, если что, обращайтесь. Если у вас что-то там еще в Лондоне не раскрытое есть, вы нам пишите. Мы найдем лучше в конце месяца. Мы план будем закрывать и ваших найдем. И все. Ну, мы, конечно, будем обращаться, да. Конечно, но да. Вы точно найдете преступника. Ну, вероятность 100%, если в конце месяца у нас план. Ну, как бы, да. То есть вы хотите так сказать, что здесь, в Екатеринбурге, все преступники здесь? Получается так. Как бы не только в Екатеринбурге, у нас в Орджоникидзевском районе все. На статчик 19 там, вот, в конце месяца они там все. Это очень хорошая, в общежитии. Очень да. Хорошая работа. Да. А нашему Скотланд-Ярду надо вас учить. Без проблем. Учиться. Вы, если что, приглашайте, мы это научим, покажем. И у вас будет тоже 100% раскрываемость. Без проблем вообще. Мы лучшие РОВД в Екатеринбурге. Нам за это даже УАЗик новый дали. Вот так что... А. Это. Что, у меня да. Мелодия на звонке африканская. Мне нравится очень. Да? Да. Нравится? Ну, такая мелодия очень нравится, она мелодичная очень, знаете? Танцы такие. Вот я люблю танцы. А я погромче сделаю. Слопается. Извините, что надо работать. Давайте вы в коридоре потанцуете, а я их оформлю и к вам выведу. Если вы не против, давайте. Сейчас. Так, значит так, едете в Лондон, вот ваши паспорта. И чтоб в Лондоне у меня все подтвердили. Поняли? Да! Как подтвердите, получите 1500 рублей, как и договаривались. Понятно? Да! Вот так. Слушай, а ты точно заплатишь? Точно. Ты смотри, мы тебе Трампа президентом за 800 рублей сделали. За 1500 мы тебя из-под земли достанем, понял? Да! А не ты, а я мог. Да понял я, понял, понял. И, кстати, это помойка, это не мы подожгли. Да знаю я, будем искать. Мы же все-таки лучшие РОВД в Екатеринбурге. Перед первым тостом у русских людей на всякий случай вся жизнь перед глазами пролетает. Что там опять? А что вон, америкашек сделали. Доллар упал, рухнул на 2 копейки. Лучше бы мне помог. У тебя вон дочь едет с аэропорта с Биллом со своим. С Америки прилетели. Ага. Бегут из своей америкашки, знают, что ей недолго осталось. О, вот. Мам, пап, я да. Дома. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй, здравствуй. This is Галина. Здравствуй. Привет. Здравствуй. Hello. Oh. Hello. Витёк. Утка. Сейчас поставлю мама, уточку. Мама, подожди, я тебе помогу с уткой. Давай. Пап, давай только не как в прошлый раз, ладно? В прошлый раз был день пограничника. А ты мне привела диверсанта прямо в тыл. Папа,
папа! Все, иди давай. Ну что, зятек, давай. В прошлый раз отметили хорошо да. День пограничника, да? Выдержал? Yes. Да, давай сейчас Новый год отметим, да? Я выдержу. Выдержишь? Молодец, давай. Давай, пока девчонок нет, мы с тобой начнем. Sorry, еще рано. Мне нельзя. Запрещают? Санкции. Давайте покажу, как мы с вашими санкциями действуем. Аля! А? Можем мы с зятьком намахнем? Я тебе намахну, время 7. Видал? Галенька! Что? Ты это самое, можем мы закусим салатиком? Не трогать стол, я не сфотографировала ничего еще. Ну, а потом раз, вот так рубахой вытираешь. А рубаху? А рубаху сюда. Раз и в офшоры. Вот где ваши санкции. В офшорах у нас. А вот что это такое? Это желе. Это холодец. Желе. Холодец. Желе. Да. Здесь все. Здесь лытки, здесь эти уши, здесь эти колени, здесь вот эти кости. Здесь все. Я понял. Это собакам. Ха. Собакам. Ну ладно, я все равно туда под вечер скачусь. Холодненького поедем. Ты это что, подштанники одел? Excuse me? Подштанники. Зачем? Зачем? Ночью пойдем на елку главную. Ты что? А зачем ночью идти на елку? У вас дома неплохая елка стоит, здесь есть. А зачем люди на море ездят, если у них дома ванна? Ну ты чудак человек, а? И как я Гали покажу, что кто-то есть пьянее меня. Ты же мне в этом не поможешь? Я помощник, я могу помогать. Вот ты мне знаешь, что поможешь? Вот ты мне поможешь вот эту бандуру дай тащить до главной площади. А, хорошо. А почему тут написано на Вашингтон? Ну, это как бы подарок тебе. Потому что в прошлом году на Берлин запускали. А, такие приколы у вас, да? Да, мы любим поржать. Новый год праздник хороший. Нас же вчетверо. А зачем столько салатов? Как зачем? Ну, гости придут, там 1-го числа надо же их угощать. Но 1-го числа салаты будут не свежие. Ты знаешь, гости тоже будут не первой свежести. А потом, как я их буду выгонять, своих дорогих гостей? За меня это сделают салаты. Коль, посмотри туфли вот такие, нормально? Очень хорошо, Галь. Че, я в них тогда сегодня, очень да? Хорошо. Зачем миссис Галина дома зимой ходит в туфлях на каблуках? Затем, чтобы мы с тобой в ее тапочках курить пошли в подъезд. А? Или ты хочешь в ее туфлях пойти курить в подъезд? А? Как Кевин Спейси. А? Я знаю про вас, американцы. Я тоже про вас знаю, что вы гомофоб. В России много гомофоб. Нетолерантная страна. Вот что ты такое говоришь, а? Вот ты не подумав сказал сейчас. Ты знаешь, как называется самая главная программа у нас на под Новый год? Как? Голубой огонек. Серьезно? Конечно. Туда вот посмотришь ее, так там каждый второй огонек. Да вы что? А ты говоришь, нетолерантная страна. У нас самая толерантная страна. Мы не будем смотреть эту программу, мы посмотрим что-нибудь другое. Окей, окей. Слушайте, вы просто мегер. Еще одно слово. Вот это любимый мой фрагмент. Вот там в фильме сейчас он пойдет в душ мыться прям в одежде. А вы что, уже видели это кино? Я его наизусть знаю. Вот сейчас можно выключить вот этот звук, я сейчас буду по ролям озвучивать. Смотри. О, тепленькая пошла. Ой, гадость, гадость, товарищ, дневная рыба. Но если вы видели этот фильм, давайте переключим. И зачем? Давай переключим на другой канал. Какая гадость. Хочешь на другой переключим? Ой, тепленькая пошла.
Давай переключим на другой. Надеюсь, когда лазить в окна клетки. Это он мокрый. Я понял. Вы все под колпаком у КГБ. Вас зомбируют, прокачивают, а вы под колпаком. Вам на всех каналах одно кино. Это... Вот ты сейчас не подумав сказал. Под Новый год мы все, и КГБ, и ФСБ, и все мы под колпаком у Рязанова. Мы этот колпак надели добровольно. А, добровольно? А. Вы добровольцы. Ну как вы тут? Че, нормально все? Все хорошо. Билл, любимый, наконец-то ты узнаешь, как встречают Новый год в России. А как я узнаю? Наливай. Ну-ка, давай. Мам, давай. Давай-ка я их сейчас бахну. Как узнаю? Давай. Ты даешь, а? Так, улыбаемся. Так. Фотографирую. Чиз. Вот видите, я смог выдержать Новый год, Россия, и живой, как видите. Так куда? Погоди, еще 9 дней. Я сдохну. Талисман в виде животного нужен спортивным клубам, чтобы болельщики знали, как их смешно обзывать. Андрей Борисович! Андрей Борисович, вызывали? Да, вызывал вас. Проходи. Новая кричалка, короче, слушайте. Новая кричалка. Автомобилист! Спартаку как банный лист! Конечно, как банный лист. Спартак на 10-м, мы на 11-м. Прямо в спину дышим. Ага. Проходи, садись. Спасибо. Я поскочу. Вась. Такой прикол. Че? У меня для тебя важный разговор. А, то есть вы сами поняли, да, что моя зарплата в 10 тысяч рублей, ну ни в какие ворота просто не лезет, да? Ну что, давайте поторгуемся. Вась, ты уволен. 12 тысяч. Уволен. 15. Я, наверное, не в ту сторону, да? 5, 4, 3, 2, 1000. Ну, слушайте, я бесплатно работать не буду. 150 рублей. Я вам заносить буду. Вот так, давайте. Каждый месяц. Ну, чё молчите? Нам нужен новый талисман. Почему? Потому что 45-летний девственник, живущий с мамой в садовом домике, не может быть счастливым талисманом. Ну... Неудачник не может приносить удачу. Так я ж тут принес удачу. Нам с мамой комнату дали. Так это я вам дал. Я. А вы дали, да? Да, чтоб ты вовремя приезжал на матчи. А не к третьему периоду. Слушай, ну меня вот так просто нельзя увольнять. Я потомственный талисман. У меня в крови это у меня мама на Олимпиаде 80 по трибуне слезой катилась. Папа в олимпийском мишке рукой махал вот так. Понимаете, и у меня... Это все хорошо, Вась, но ты-то стареешь. Ты уже не заводишь публику, Вась. Ты просто перекрываешь обзор. Ну? Они ж заводятся, они ж орут там, отойди, то все там. Так ты почему стоишь спиной так зрителям? А как вы поняли, я башку-то в зал разворачиваю. Дети рыдают, когда видят, что у лося башка свернута. Да. А вчера лед лизал. Ты зачем прямо во время матча лед-то вышел лизать? Я немножечко с похмелья был. Ты что, выпиваешь? Я? Только по праздникам. С праздником. Так, голову сдал и пошел вон отсюда. Я понял.
Не устраивает лось, да? Лось не устраивает. Давайте другой костюм. Другой, ну, другой у нас будет талисман. Рычаг коробки передач, нормально? Какой к черту рычаг? Ну что ты говоришь? Ну почему? Мы же автомобилист, рычаг коробки передач очень логично. Черный рулон мне такой делаем, сверху розочку, короче, ставим такую. И все, я на первой скорости команды вперед. Я на заднюю, все такие раз в оборону оттянулись. Я как бы это, на нейтралочке, все, музыку слушаем, как бы это, перерывчик. Я на шестую, все, вратаря сняли, все в атаку. Я с чирлидершами поддерживаю команду там. Вась, ты зачем чирлидерш лапаешь? Мне это, 46 лет, я уже могу, мне уже пора, я даже могу не успеть, больше скажу. Тебе поздно уже. Ты старый. Зашибись. Арена у нас старая, состав старый, тренер старый, гоним старого талисмана. Нашли крайнего, молодцы. Все, голову сдал и пошел. Все. Слушайте, ну пожалуйста, ну, у меня личная жизнь в клубе налаживаться начала. Личная жизнь. Я с лисицей из Магнитогорска это начал переглядываться на трибунах. Она мне раз там то подмигнет, то хвостиком там подмахнет. У нас прям шуры-муры, понимаете? Ну вот эти наши... Вась, ты в своем уме? Ну а что, в моей ситуации-то хоть лисица, чего? Там в этой лисице такой же, как ты, мужик. Да ладно. Только помоложе. Вот курва, а. А такая грациозная, знаете, тоже там... Ну ладно, что, если я лисе не нужен, клубу не нужен, никому не нужен, пойду. Пусть клуб остается без талисмана. Ну как без талисмана? Клуб не может без талисмана, Вась. Нам нужен талисман. У нас будет новый талисман. Какой новый талисман? Гладиатор. Какой? Гладиаша! Заходи! О! Смотри, молодой, красивый, спортивный мужик. Так, а при чем здесь гладиатор-то вообще? А при чем здесь лось? Вы чё? Лось, автомобилист, прямая ассоциация. Какая? Ну, эти автомобилисты же сбивают лося. Иногда бывает так, вот это если фура, а если легковушка, может и лось сбить автомобилиста. Тебя уже сейчас... Третьеклассник на самокате даже переедет. Вась. Андрей Борисович, то есть не доверяете вы мне, да? Сомневаетесь? Ну давайте пока мы оба здесь, вот решим просто, кто из нас круче. Давайте, вот он или я, давайте просто чисто вот... Чисто ради интереса. Баттл чисто. Прям, вот давай, давай, чувак, баттл! Надо решиться, сейчас! Какой-то... Стой, отдохни. Что? Я остаюсь? Отдохни, Вася, отдохни. Ты не... Остаешься. Остаюсь? Остаешься. Ну, стой, он тоже остается. Как? Да. Он-то тут при чем? Давай. Погоди, будете в паре работать? Ты что, получается, типа этот, типа какой-то кентавр, что ли? Лосявр. Вперед, лосявр! Эй! Современных девушек красит не скромность, а цветной редактор в телефоне. Ну что, ты ему скажешь? Не, Димон, давай ты ему скажешь, я не буду. О! Красавец, ну-ка дай, посмотрю на тебя. Фрегат. С чесноком сделал салат. Ну иди сюда. Ну вот, ну красавчик же, ну вот, ну. Вот когда одеваешься в праздничное, ты выглядишь же король, ну. Прямо Элвис Пресли. Вот, мне кажется, Элвис Пресли в таком состоянии сейчас там, в могилке лежит. Так, Андрюха, Андрей Борисович, это, что делать-то? Я тебе хотел сказать это. Новости есть. Слушай, разговаривал со своей соседкой, не будет она с тобой Новый год сегодня праздновать. Она сначала-то согласилась, а потом тебя в социальных сетях увидела и наотрез отказалась. Ты бы удалился из этих социальных сетей, серьезно? Ну, эти социальные сети, они тебя от социума отодвигают. А как удалиться? Там же лайки. Ну,
Ну, Борис, какие лайки? Тебя там мама лайкает и все. Ну, надо уже как-то раз удалиться и все. Ну и ладно, ко мне сегодня девушка придет все равно. Тебе девушка придет? Подожди, эта девушка, человек она? Да? Самка гомо сапиенс? А как в смысле девушка? Кто, ну, я не знаю. Подожди, ты что, денег накопил на экскорт, что ли? Нет, ну вы чё? Ну она с нашей работы. Погоди, ты что, таджикский знаешь? Почему? Как ты с уборщицей договорился? А, вы про Танзелю? Ну? Нет, она прекрасная девушка, но это не моя спутница. Моя из бухгалтерии. Из бухгалтерии? Да. Так, подожди, сейчас я угадаю. Так, кто там в бухгалтерии самая страшная-то, а? Это, что, Таня Меченая, да? Она? Таня Меченая? Ну такая у нее бородавка под носом еще, она? У нее просто мушка, она рисует мушку сама, чтобы быть похожей на Полину Виардо. А что это она харатьяна-то похожа, я не понимаю. Нет, это не она. Я мне кажется, понял, это, которая наездница, у нее коня украли, а у нее ноги остались, вот это вот. Она? Вот она? А, маленькая эта, как ее? Зинаида Федоровна, да, как да, она еще на паспорту похожа, да. Сорта бояр. Да, вот это. Да, Зинаида Федоровна, какого у нас аванс? Второго! Она? Я не обращал внимания на ее ноги. Я всегда любуюсь только ее прекрасными глазами. Там кроме как на ноги ничего смотреть невозможно. Нет, это не она. Подожди, а кто там еще? Кто там еще из страшных-то? Я не знаю. А, Света, мать драконов? А почему мать драконов? Ну, у нее два сына, они в школе столовую сожгли. Зато она добрая и любит детей. Но это не она. Да кто ты, да кто? Слушай, ну может у тебя фотография есть? Да, есть, она мне присылала на почту. Ну открывай почту. Ну ты смешной такой, как ее открою? Почта закрыта уже. Понятно. Кто? Да мы так до утра гадать будем. Кто? Давай. Блин. Давай холодно, горячо. Она толстая. Холодно. Она длинная. Теплее. А, значит, дылда. А, дылда, я знаю, вот это. Лена, конь-голова. Сидит возле окошка там, за кулером сидит. За кулером? Ну я ее кулером задвинул, чтобы не видно было, страшно вообще. У нее голова все равно торчит, она ржет, как конь вообще. Серьезно, она смеется, вода в кулере закипает, я тебе говорю, серьезно. Ты ее кулером задвинул? Да. Я думаю, что ее давно не видно, я думал, ее цыгане угнали, украли. Она, да, мальчики, привет! Здрасте! А вы кому? Привет, Андрей! Здравствуй! Это Илана, знакомьтесь, и там ребята из моего отдела. Здравствуйте! Здравствуйте! Ты чего? Проверил просто. Не слепая, прикинь. Я Борисыч, ты просто, ну, объясни, как так это красавица с чудовищем-то. Ну, а что такого? Это женщины любят ушами. А, понятно. Ты все время молчишь, да? Нет, я говорю то, что думаю. Ну, это ни о чем не говорит, видимо, косорукая какая-то. Наверняка, да. Мальчики, я сейчас салатики заправлю и давайте быстрее за стол. А где у вас тут духовка? Я хочу курочку поставить, вот замариновала. А духовочка вот у нас здесь. Спасибо. Классная, да? Значит, стерва. По-любому стерва. По-любому стерва. 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 А вы почему не пьете? Праздник же, выпейте. Давайте выпьем, может, праздник. Кто сказал выпить? Мне две, я с мороза. Две страстные! Давайте к столу скорее! Скорее к столу, давайте! Девчонки, Зина Федоровна, паспорту, Леночка, конь, голова. Иваночка, я хочу поднять этот бокал за женщин, которых мы достойны. На чем достойно?
На днях менеджер престижного автосалона насмерть залезал клиента. Чё, так и будешь за мной ходить? Просто такая ситуация, понимаете? У нас впервые в истории нашего салона Мазерари купили сразу все 10 машин и за наличку. Поэтому как бы я в вашем распоряжении что-нибудь... у нас, кстати, сегодня акция, да? За каждый 10-й купленный Мазерари Матисс в подарок. Да, вот так. Мелочи, приятно. Оставь себе. Может быть, кофе? Чай? Вода? Кола? Сок? Томатный? Апельсиновый? Лимонад? Смузи? Погав. Давай просто посидим. Давайте посидим. В тишине. Присаживайтесь. Да, как раз это место и хотел предложить. А? Да. Ты чё, куда? А я просто думал, вы меня поманили, и я как бы... Нет? Да. Ну, долго она считать еще будет? Ну да, действительно, а что так долго? Последний раз так долго видел, когда кондуктор упал в троллейбусе. Бам, мелочь. Все, стоять! Руки! Подняли! Вывернули! Лежать! Быстро! Это что? Это ограбление? Нет, е-мое! Смешной поворот в сюжете! Конечно, ограбление! Карманы выворачивай! Мобилу давай! Валера! А? Брось грабить этих нищебродов, иди, смотри, что тут. Я себе двенашку с нуля возьму из салона. Ты транжира, Валерон. Я в Геленджик на такси по тройному тарифу. Это быстро. Помогай нам собирать бабло. Ты что делаешь? Я прячусь за вас. Просто вы-то вряд ли своей смертью умрете с такими деньгами-то. Я клиент твой, ты должен меня защищать. Да какой вы клиент? У вас деньги вон кончились уже. Я у вас купил все машины. Вам чек еще никто не отбивал, между прочим. Я вам деньги отдал за них. Да мы просто взяли посчитать. Вы не... Товарищи грабители. Че? Я извиняюсь. А вы сейчас кого грабите? Как бы бедного сотрудника автосалона? Или зажравшегося олигарха, которому и на Матисс плевать. Он считает его даже не машиной. Два олигарха, че? Вот видите, а люди побольше вашего в ограблениях разбираются. Так что вот. Слышь, братан. А? А что, сколько такая тачка стоит? Какая-то конкретная модель заинтересовала. Я заинтересовал просто, какой дебил за такие деньги покупает. Только попробуй. Хорош базарить, давай, валим! Ты что в сумку залезла? Подарок от автосалона. Ты вылезай давай, вылезай быстро. Бабки положи. Все, давай, сквозим. Валерон! Может, на Мазерари поедем, а? Да на ней палево, вон Матисс прыгает. Только не Матисс, вы чё? Капец. Так, давай, чай, чё у тебя, кофе там? Какой кофе? Он чё тут, кофейня, блин? У нас тут престижный автосалон, между прочим. Ты чё, борзел, что ли? Я купил эти машины у вас. Охрана! Кто сюда пустил этого нищеброда? Если бы у вас охрана была, вас бы не ограбили. Кто нас ограбил? Нас никто не грабил. Все вы взяли этого. Че? Проходим. Здравия желаем. Лейтенанты хреновы. Братья? Лейтенанты. А? Мы, главное, мимо едем на УАЗике, смотрим, эти с сумками бегут. Вас ограбили. Да нас ограбили. Да, это мои деньги. Да какие ваши? Все, погрелись и шлепайте. Это нас, товарищи. Вас, да, значит, ограбили? Да мы вообще не грабили никого. Мальчики, стоп.
в 8 часов закрываемся. Еще один день прошел. Круто, круто. Вот было бы круче. Браво, браво, хорошо очень, хорошо. Я вам говорю. Сыграли в ментов хорошо. Было бы круче, если бы деньги были настоящие. Да. Мы бы их полдня не печатали на ксерокс. Точно. Друзья, но все равно, как круто развеялись, а. Ну а чем еще заняться менеджером автосалона Мазерари в Первоуральске?